Clementine! Clementine! Die! Всем доброго-доброго времени суток, дорогие друзья и товарищи. С вами Ирин, и я продолжаю играть во второй сезон «Ходячих мертвецов». Как вы можете видеть, у нас тут поменялась картиночка на главном фоне. Падает снежок, крутится ветряная мельница. Здорово, что есть такие вот изменения иногда в играх. Опять же, у нас есть Нью на выборах. Это, скорее всего, мы можем просмотреть уже выборы второго эпизода. То есть у нас уже было... Ага, дружба. Взяли ли вы вину за фотографию Сары? Мы 51,5% обвинили Сару. Ну, смотрите, мы с ней только встретились. Клементина сразу ее предупредила, что мы с тобой еще не подружки. Даже если мы одни из детей здесь, то это не значит, что мы должны сразу обязательно с тобой дружить. Это во-первых. Господи, меня задолбала эта табличка, которая про звуковую карту выскакивает. Я не понимаю, у меня со звуком все хорошо. Что ей не нравится, я не могу понять. Вот. Аж немножко отвлеклась. Так, я про фотографию. То есть можно было сказать, наверное, что это я попросила Сару меня сфотографировать. Не ругайте ее, ругайте лучше меня. Я сказала правду, что фотографию сделала Сара. Во-первых, потому что мне успело надоесть то, как на Клементину все накидываются и считают ее чадом зла. А во-вторых, лгать нехорошо, в конце концов. Уж лучше правду говорить. И в-третьих, наверное, следует сказать, что этой самой Саре действительно пора бы уже повзрослеть и научиться брать ответственность за свои поступки. Отец ее очень сильно избаловал. Он просто сам ей повзрослеть не дает. Он ее оберегает очень тщательно. Он даже не научил ее пользоваться оружием и вообще. Ему как будто по барабану, что однажды он может умереть. А ведь он может, поскольку все в этом мире нестабильно. А его дочь останется одна. Не факт, что кто-то будет за ней приглядывать. Не факт, что их группа не распадется. Не факт, что этот самый... Господи, я уже имя-то забыла. Карвер. Не факт, что Карвер до них не доберется. Так что все это очень и очень сложно. Ну что, давайте продолжать. Я уже не помню, на чем мы остановились. Но сейчас игра нам все напомнит. Who the fuck was that back there? I don't know. Looked like he had a gun on you. That asshole drew on me. He was about to shoot. Я вспомнила, что произошло. Oh, was he? I'm telling you, man, he drew first. It wasn't Nick's fault. What did you see, Clem? Was that guy gonna shoot? Fuck you, Luke. You've been on my case the whole week. And why do you think that is, Nick? He wasn't gonna do anything. I know what I saw. Either way, you could have hit one of us. Yeah, but I didn't. Look, I know Pete was close to you, Nick, but you can't... Don't fucking talk about him. You think he was with Carver? I don't know. No, I don't think so. But he fell over. He fell off the damn bridge? We have to keep moving. I can't. I need a minute. Fine. Luke, can I talk to you alone? Я пока не рискую вставлять свои 5 копеек, потому что диалоги могут еще пока продолжаться. Хотя, может быть, сейчас как раз... Hey, Clem, you got anything to eat? Beck's dying here. Alvin, I told you, I'm fine. Sorry, I'm out. Wish we still had those juice boxes. I'm out. Надо запомнить это выражение. That man said he had food in the station. Mind checking it out? Maybe we could spend the night here. Little small for us, though. Мог, he may have been lying about the food.
Но проверить-то все равно надо. It's worth checking out. Да, я согласна. То есть вы... То есть представляете, что происходит? Они отправляют меня, маленькую девочку, в одиночку, судя по всему, обыскивать дом. На наличие еды. А то, что там может быть ходячий, или могут быть сообщники того парня с пистолетом, это не страшно. Ну да, даже наплевать на то, что Клементина умеет стрелять и, в принципе, может о себе позаботиться. Но все-таки как-то у них, я не знаю, странные они. Хоть бы помощь свою предложили. Неужели меня одну туда пихнут? Ну, ей-богу. А что я сказать-то вообще хотела? Я вспомнила, что прошлая серия закончилась тем, что парень, который встретил Люка и Клем на мосту, сказал им, что в его домике есть еда и, в общем... Вроде как мирно себя вел, хотя у него в руках было ружье. Но это логично, поскольку он тоже не знал, кто такие Люк и Клементина, и он в любой момент мог выстрелить для самообороны. Ник, не зная всей ситуации, толком ничего не поняв, бежит и просто стреляет в того человека. Тот человек для него чужой, а Люк и Клементина свои. Ник увидел ситуацию своими глазами, воспринял по-своему и выстрелил. И его снова начали все обвинять, он обиделся, пошел, сел на скамейку, вон, даже фейспалм сделал. Ну, он рассказал нам свою историю, да, ему пришлось убить свою мать. Ему пришлось невероятно тяжело, настолько, что, да, вот еще и Пита не спасли. Ни Клементина ему на помощь тогда не побежала, ни Ник ничего не смог сделать. Это его подкосило, он сначала напился до чертиков. Потом вроде как все понял, но опять совершил глупость. Мне интересно, почему с ним такое происходит? Он хороший парень, правда хороший. Но то, что он вытворяет, может подвести всю группу. Поговорить с ним пойти. Мне не хочется, чтобы он совсем впадал в уныние. Мы же вроде только-только ему помогли. Начали вытаскивать из этого состояния. Thanks a lot for backing me up there. I'm sure they're talking about me right now. Ты хочешь еще меня обвинить? Я же сказала, что ты не был виноват. Who was that guy? I swear, it looked like he was holding you guys up. I figured he was with Carver. He could have been anybody. Right. We don't know. How do we know he wasn't with Carver anyway? If Alvin is in front of me, he takes that shot. Не знаю. Fucking mess. Maybe I am losing it. I don't know anymore. Мне кажется, тебе просто надо успокоиться. God, I'm hungry. What time is it anyway? Damn. Часов. What's wrong? I left my watch back at the cabin. It was Pete's. Те самые часы, которые мы могли взять, кстати говоря. Если бы мы сейчас их взяли, наверное, мы бы отдали. А может и нет. Если бы мы их взяли, нас бы точно обвинили в воровстве. Вот по-любому. Он пошел разговаривать с... Куда он пошел? С Карлосом разговаривать? Ну, давайте еще с ними поговорим. А с Сарой? А с Сарой поговорить не можем. Она, наверное, на нас обиделась за то, что мы сказали правду. Ребекка, are you okay? I'm all right. I just need a little rest. And some food. Alvin. Но Ребекка вроде как... Извинилась за свое поведение и начала вести себя нормально. Да, я помню, что в принципе она неплохая женщина. Это так. Но Клементину встретила она уж очень грубо и настороженно. И к тому же вот эта непонятная ситуация с ее ребенком. От Элвина он или не от Элвина. Ну, кто я такая, чтобы судить, правильно? Я не говорю, что Ребекка из этого плохая. Тут, если так подумать, наверное, нет хороших и плохих. Хотя, что можно сказать про бандитов? Бандиты-то однозначно плохие. Ну, давай осмотримся. Похоже, что никто нам помогать не собирается. Это просто прекрасно. Просто, блин, великолепно. Ну и что тут есть? Если тут и была еда, то, похоже, она приказала долго жить. Кто-то ее... Кто-то ее успокоил. Да по-любому обманывал. Подожди, посмотри давай. А, и ничего даже не сказала. У меня мышка просто пошаливает немного. Не всегда срабатывает кнопка. I don't see a key around here.
That man probably had it. А, ну, значит, надо найти другой способ как-то открыть этот чемодан. По-моему, это сделать можно. Охотничий нож. Инициалы. М.М. Мерлин Мэнсон. М.М. Дэнс. Ну, давай попробуем. Судя по всему, ножик очень хороший. И как оружие... Да, и как оружие сгодится... Серьезно? Откроешь? Молодец. Не, на самом деле эта девчонка не пропадет, какой бы она мелкая ни была. Ой, смотрите, там книжки лежат. Пирс Белман, The Wizard's Gambit, да? Ну, Wizard это волшебник, понятно. Вот это G или нет? Я просто не могу понять. Это шрифт, похожий на готический. Ну, наверное, Gambit. Я знаю, что есть такое понятие, как гамбит у нас, но что оно означает, я, по правде говоря, не очень хорошо знаю. Есть парочка консервов, и это все. О, теперь ты решил мне помочь, значит. Man, and I thought we had a bed. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Give him a break. His uncle just died. Yeah, true enough. I don't know what I'd do if I lost Beck. I'm just saying. I mean, you ever known anyone to do a thing like that? Такое это какое? Я что-то не поняла. Lots of people. It happens all the time now. It's fucking crazy. Pardon my French. Эти персики консервированные. Блин, That's я раньше funny. Очень их любила. She looks just like you. Девочка? Да ну. Hey, Clem, there's not ну, хвостиками, если Rebecca. Только. Well, she's eating for two. Ну, это I понятно. This just between us. I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. But I've got to put Beck and the baby first. Да, ради бога. Rebecca can have it. I won't say anything. Thanks, Clementine. Теперь-то уж этого ребенка никуда не деть, понимаете? Она должна родить вот-вот буквально. God knows we're not perfect. Hell, I'm glad you're with us, Clementine. Да, теперь-то ты радуешься мне. Вот это новость. Ну, тоже неплохой чувак. Добрый. А что такое? Подожди. А, ну, а что еще может быть? We got a problem here. Yeah, we saw it. All right. We're heading up. Получается, взяли вот эти вот пару банок, которые были, и просто убежали. Ну, это был еще благополучный исход. Посмотрим, как там дальше. Вот у этого дома. Может, там тоже толпа каких-нибудь ходящих. Слушайте, а мне кажется, этот дом не пустует. Он очень уж большой. Здесь может быть... Тоже какая-нибудь группировка проживает. My back is done being careful. Мы 5 дней ездили на автомобиле, а тут пешком. Я, блин, представляю, как они себя чувствуют. Мы сами там чуть ли не помирали. Простите за автобус. Однако все заколочено. Канатная дорога. Господи, мне бы так хотелось прокатиться один раз. Хотя бы один. You have an easier time getting up there. You feel like taking a look? It'd be just like climbing a treehouse. Я что, обезьяна? Treehouse. I had a treehouse once. Well, there you go. Да, у нее был такой, правда? I hated it. Так что по деревьям лазить она. Почему мне нравился? Тебе же его вроде папа смастерил. Вообще, я заметила, у многих американцев традиции делать вот эти вот домики на деревьях. У нас, я не знаю, у нас, мне кажется, такого нет. Вообще, наверное, у нас такого нет просто потому, что у нас многие живут именно в многоквартирных домах. А в Америке-то у них свои домики со своими дворами. Уже можно подниматься. Ладно, все будет хорошо, мы поднимемся. Я надеюсь, лестница нас выдержит. Ну,
все. Клем! Я уж думала, я ее сглазила. I know I'm fine. Just trying to help. Люк, такой люк. О, какой обзор! Посмотрите, какая красотища! Птичку спугнули. Сейчас посмотрим. Что-то есть. Ну вот мост, тот самый, по которому мы прошли. Дальше. Смотрите, там кто-то с фонарем. Что это? Кто это ходит? Так, подожди, я думала, я нажала. Или это факелы? Люк! Люк! Какие-то люди. Явно. Явно не ходячие. Значит, нам следует приготовиться. К обороне, на всякий случай. Так, подожди. А, она слезла. Просто она сначала начала сама спускаться. Я думала, она сама и спустится. А у нас еще геймплей. А, люди уже пришли. Everyone calm down. Hey man, you calm the fuck down. Sarah, get behind Just me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, fuck man. Fuck that. Whoa, 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 whoa. Please, just do what he says. Кенни! Кенни, черт возьми, как я рада тебя видеть. Кенни. Хотя вроде виделись недавно, но... Но все равно. Это один из самых классных моментов в этом сезоне. Да, он выжил. Представьте себе. Теперь он бороду носит. We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please, come in. Ну, у них народа, по-моему, тоже достаточно. И с прибытием нашей большой группы так их вообще стало много. Ай, Кенни. Кенни, Кенни. Сколько бы ни было с тобой связано не очень хорошего. Когда ты подводил Ли, не спасал его. Когда ты заботился только о своей семье и вел себя как эгоист. Смотрите, как уютно. У них вообще потрясающий дом. Kenny and Sarita have been staying with us for several weeks. Sarita. Used to be a ski lodge, obviously, so we have plenty of food. And believe it or not, we still get some power from that wind turbine out front. We tend to keep most of the lights off at night to avoid drawing attention. But after we found this stuff in storage, we couldn't resist making an exception. What's funny? Oh, nothing, Walt. У него даже текст тем же самым цветом подписан. Makes a mean can of beans, too. Well, why don't you two catch up while I get some dinner started? Я не против. Please, make yourselves at home. Я очень хочу you can leave your things over there. Поговорить. The hell we will. Yeah, I'm holding on to my rifle. Thanks. Rifle, You're винтовка. Our guests here. There's no need to worry. Tell him to put his gun down then. Kenny? Да Кенни вроде и не держит. Will you vouch for these people, Clem? If you tell me they're good, then I'm good. Us. You were the one waving a gun around. Ну, Ник, зачем ты на рожон лезешь? Dad, look. A Christmas tree. Ага. Oh, no, Sarah. Рождественская песня. Isn't it great? We found it all in storage. It's amazing. У Сариты пирсинг в носу. У нее имя такое, индийское, что ли? Может, она и правда индианка? А музыка даже играет, я слышу так чуть-чуть. Какая-то знаменитая классика.
Good. If you'll all follow me, I'll show you where you can... Ой, и по голосу слышно, какой акцент. Явно это не native English. Какой-то там American, British. Даже не British. Кенни улыбается. Давно не видела его таким счастливым. Какой у них камин. Короче, живут в роскоши. Вот все бы ничего, если бы не помнить, что зомби-апокалипсис на дворе. Ну, рассказывай. Still wearing this dirty old thing, конечно. You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two Он же не знает. Он ведь тогда как раз пропал в толпе ходил. Oh, shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? Ты ведь не знаешь, что случилось с Ли. He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell. Но он понял, видимо. Lee and I had our differences, that's for sure. But when my son, well, he took care of him. I'll never forget that. So, where'd you end up? I was with Krista and Omid. Omid, well, Krista and I were together for a while, but these guys caught us. She's gone. Так gone можно употреблять чуть значение пропасть. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. But everything's gonna be fine now. Where have you been? Oh hell, all over after Savannah. Как он тогда выжил? Да, у меня тот же вопрос. For some reason, I tried to save that fucking shitbird. Ну, Бен, это уже нельзя было спасти. Уже невозможно. Couldn't help the kid, but I got out. Long story short, I got lucky, real lucky. Spent a long time alone after that. And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? He's still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Mind if I steal your daughter for a secret mission? Stay in sight, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Хорошо, помогу. Спорить даже не буду. Просто сижу, у меня сейчас лыба до ушей. Settling in well enough? Yeah, thanks. Excellent. Want to help me prepare a little dinner? So how do you know Kenny? Ну, я надеюсь, вы там нечеловечину готовите. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. It's a long story. Не, не то чтобы я тебе не доверяю, но это действительно долгая история. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. Все недооценивают меня, это не просто. It hasn't been easy. I can imagine. It's hard enough as an adult. Мне не кажется, что ее так уж недооценивают. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course? Так она, главное, ничего не делает. Она просто стоит и все. Выглядит... А, это типа фасоль или что? What is this? Le Walter Surprise. An autumnal legume salad with a peach roux. Peaches and beans. That's all we got. Посмотрите на это выражение лица у меня. Надо было, наверное, похвалить. Сказать, что... Это уже второй человек, который ей об этом говорит. Надо было хоть похвалить, действительно, сказать, что выглядит все очень вкусно и аппетитно. Хоть как-то подбодрить человека. Старался, готовил. А что, в таких условиях требовать лазанью какую-нибудь там космическую, и там капучино или мокко? Да прям.
Ну, такая же банка получается с персиками, что была у того парня в хижине. Это значит, у них один источник продовольствия? Или, может быть, тот парень? А тот парень, которого они убили, это, наверное, и был тот самый Мэтью. Его ведь Ник застрелил. Мне кажется, так. О, если это так, то я представляю, какие крики начнутся. Можно музыку включить? Crazy. Слушай, а давай. И... Там играет что-нибудь или нет? Ну-ка, я зайду в настройки. Что-то мне кажется... Музыка у нас слишком тихая. Ага. По-моему, я убирала. Еще в самом начале. Субтитры включены, яркость. Ну-ка. А, это аплодисменты. Видимо, в самом начале. Ага, что-то слышно. Reminds me of school. Такие столы, стулья. Слушайте, как в Хогвартсе каком-то. Правда. Шишоп. А, ну правильно, это ведь лыжная база была. Значит, здесь выдавали... Это кто поет? Сарита, что ли? Сарита. Good King Wenceslas. It's my favorite Christmas song. What's it about? Well, it's about a king that brings food to a poor man. I haven't seen one of these since. And it's much all night through a cold winter storm. А ну давайте послушаем. The storm is very strong. After a long time, it gets so cold that the servant can't go on. But the king tells the servant to just step in his tracks. Mark my footsteps, scoot my page, tread thou in them boldly. Thou shalt find the winter's rage. Freeze thy blood less coldly. I don't get it. It means that doing good things for people can be good for you too. But the servant wouldn't have been out there in the first place if the king hadn't made him. Good point. Clem, we could use some help. Here, Sarah, you take this and string them up over there. Украшать елку. You knew Kenny before. It must be incredible to see him again. When I met him, well, he's so different now. But you must be so glad. Did he say anything about before? No. He won't talk about before I met him. Правильно, потому что там... Oh. Все было очень трагично. Everything takes a little coaxing these days. Тогда и я Perfect. Правильно. Now we just need the topper. We always had an angel on top of our tree. My family didn't celebrate Christmas, but I still love the decorations. Love the decorations. Ага, найдите украшения. Такой мини-квест у нас получается. What a funny little guy. Какая прелесть. Lone Pine Winter Park Trail Map. Ну, в общем, карта вот это и получается лыжной базы и окрестностей. Ох, классно. Тут, наверное, можно 10 разных скринов сделать. Я знаю, что в Бандикаме эта функция есть, но я не помню кнопку, поэтому пока не буду на это дело отвлекаться. Вообще, очень люблю фото из игр, из разных видеоигр. Это у меня прям... Я и сама люблю делать фотографии в Sims 2, например, в том же самом. Как-то приноровилась к настройкам камеры, запомнила, какая кнопка там вверх, вниз, влево, вправо, какие там эффекты, какие коды для съемки. Это мне кажется таким увлекательным. Просто интерьер иногда фотографирую, иногда людей там... В каких-нибудь забавных позах, иногда какие-нибудь еще забавные ситуации фотографирую.
И вообще люблю паблики, в которые я выкладываю фотографии из игр. То ли это пейзажи, то ли это какие-нибудь корабли, то ли это поезда, то ли люди, диалоги. Ага, где мне искать украшения? Погоди, мне, наверное, надо подняться наверх. Меня пустят туда. Потому что вот декорацию мы осмотрели, и как бы больше ничего. Декорация, карта, камин. Но здесь больше ничего нет. У нас тут есть только зажигалка с собой. Давай тогда попробуем подняться наверх. It's crazy. Why would they follow us this far? We can't be sure. Эллен и Ребекка. It's been a week, man. We gotta be out of the woods. We can't be sure. They might be tracking us. Это они про Карвера и его банду. What do you think they are? Ninjas? Клем, Luke said you saw some people in the valley. People? Way down there. How? She's got binoculars, genius. I saw lights. Which way did they go? Да, они как-то стояли, крутились там непонятно что. We cannot take any chances. We leave at dawn. But we're safe here for tonight, right? Clementine, you talked to that man Walter, right? What did he say? You didn't tell him anything about us, did you? We have to be careful. He mentioned someone else. Someone else? Who? His friend. His name is Matthew. Мне почему-то кажется, что это был тот самый парень, которого... Look, I don't care what that man said. We're staying here tonight. Just talk to the rest of them. They trust you. See what you can find out. I'm gonna go find Luke. Honey, I don't feel so good. Beck, what's wrong? I just need something to drink. You got it. I'll be right back. Ребекка, по-моему, если я не ошибаюсь, но, по-моему, тут ошибиться уже очень сложно. Пока они были в этой банде Карвера, ей приходилось иметь очень близкие отношения с этим самым Карвером, как мне кажется. И, по-моему, она этого не хотела. Он, скорее всего, ее принудил. И поэтому теперь она не знает, чьего ребенка она носит. Элвина или этого мудака. Извиняюсь за прямоту. А вот, кстати, украшение. Берем. Звездочку на макушку елочную. Подожди, сразу надеть можно отсюда. Украшение шар, украшение ангел. А, ну да, Сара ведь говорила про ангела. Хорошо. Да нет, не звезду, не звезду. Ангелочка. Можно сказать, хочу искупить перед ней вину, если уж она так сильно на меня обиделась за то, что я ее выдала. Хотя бы так, может быть, спасу положение. Хотя ангелы ушли из этого мира. She looks so cool. Beautiful. I used to love this time of year. You know, now that your friends are here, this place is starting to feel like a real home. Matthew and Walter are amazing people. Honestly, it's dangerous to be this kind, but they can't help it. Wait until you meet Matthew. He's a real character. The first time he met me, he called me Rita. So I call him Maddie now. Where is Matthew? Oh, he likes to go on long walks. He and Walter used to vacation here. Вот нет сомнений даже. He should be back soon. Нет сомнений, что это его мы пристрелили. Ой, Ник. I wanted to ask you, does Kenny seem different to you? I didn't know him before. And, well, I'm curious. He has good days and bad days, like everyone else. He seems like the same old Kenny to me. Oh, well, that's good. Well, you three have been busy. Kenny! Но он стал гораздо счастливее выглядеть, это правда. I got it, hon. I think I can manage, Ken. I said I got it. Always has to play the gentleman. But I'll tell you, when I met him, he couldn't lift a fly. Why don't you go see if your friends are ready for dinner, Clementine? Конечно, проверю. Я хочу еще раз подняться наверх. Там у нас Ребекка осталась. Может, я могу с ней поговорить? Да, могу. Are you okay? Just got a little dizzy. I can't even take care of myself.
How am I supposed to raise a child? I mean, how can anyone now? Everything's so fucked up. I think it's possible. How do you know? Well, I'm still да. Here. Аргумент. Ну, почему бы? I know it's gonna почему be бы не подбодрить беременную женщину? But at the same time, I already feel a little less lonely. Because I know that no matter what happens, I'll get to meet someone new. She's kicking. She's kicking. Мне кажется, там мальчик. That food smells good, huh? It's okay. Can I? She's gonna be a runner. Прелесть какая. It's not his. Но откуда ты знаешь? Может быть, все-таки. Whose is it then? If Alvin finds out, he'll kill me. I don't know what to do. I can't believe I'm asking a little girl for advice. I wouldn't say anything. There's my man. You all right, baby? I'm fine, you big dope. Не успела рассказать. Just need to get some food in you. Thanks for staying with her, Clem. Well, everyone, dinner is served. Come on, let's eat. Ну, пойдемте поужинаем. Посидим еще немножко в теплой и дружеской атмосфере. А потом вернемся в прежнюю. You okay, man? Yeah, just... I wish I hadn't pulled that trigger. Just try to forget about it. Right here, Clem! Придется выбирать, с кем сесть. Серьезно? Ну, ребят, я вас, конечно, люблю по-своему. Вы меня приютили, и я вам благодарна, но я столько времени не виделась с Кенни, и я хочу посидеть с ним. Могу же я просто так пренебречь тем, что нашла старого друга. Люк, не обижайся. So, Clem, we were just talking. What's the deal with the kid? What's his name? Luke? He in charge? Я бы сказала, что Карлос у меня главный, поэтому... Kenny, please. Sarita, we don't know these folks. I like him. He's a good guy. Would you trust him with your life? I think so. Наверное, да. Наверное, ему было бы можно. Вот Нику вряд ли. He said they were on the run. Some people are after them. Well, you don't have to worry about that no more. They'll go tomorrow and you can stay here. А, так ты хочешь... Absolutely. Honey, you stay with us as long as you want. She's staying for good. If that's what she wants. Of course she does. Right, Clem? I can't leave my friends. What? Of course you can't. They can stay too. No. Ну, Кенни, как обычно, оберегает только тех, кто ему дорог. Клементина из его прошлого человека. Она ему дорога, можно сказать, как семья, поэтому он бы ее оставил, но... Что это за переселение народов сейчас было? Интересно. Hey there. Hey. Hope you like the food. Но бросить их oh, всех и остаться с Кенни. It's great. Thank you. Peaches and beans. Great for nutrition. Not too great on the way out, though, I tell you. Kenny, ну и шуточка у тебя. So it's Luke and Nick. Luke and Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends, that's all. It's Guy Love. So, what was your plan here? Hold out for the winter? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. Но все двигают на север. You ever heard of все. A place called Wellington? Ну, и все туда хотят. Wellington? The hell is that? Yeah. Krista and I were going there. Supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots yeah, of land. Кенни не изменился. Cold ass winter, so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice, I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. No. It's fine, Nick. We're not staying. Please, don't fight.
Gentlemen, please. Как начнут свои ругательства, так, блин, детский сад, штаны на лямках. Now look, we've all had a long day. Please eat. Pass me that can, Duck. О, нет. Нет. Duck? Who's Duck? Duck was his son. Hey, Clementine, would you lend me a hand outside for a moment? Блин. Несмотря на то, что он встретил Сариту и попытался начать новую жизнь. Извините, с вашего позволения, я вот так сделаю. Я хотела, в общем-то, на этом моменте закончить серию, не хотела делать ее слишком долго, и да, потому что она у нас получилась именно такой теплой, дружелюбной, наполненной по большей части только светлым чем-то, светлым и хорошим. Поэтому давайте так и оставим этот момент. А дальше продолжим дальше. Дальше будет то, что мы уже привыкли видеть в «Ходячих мертвецах». Спасибо, что смотрите. Спасибо, что пишете комментарии. Спасибо за ваши лайки. Не забывайте смотреть другие летсплеи у нас на канале. Всем всего хорошего и до встречи в следующей серии.